Вот маленькая экскурсия. Замок Духталь. Ан-Франс. Шато Духталь. А. Часовня. Историческое наследие Франции. О, высоко строили. Вот такие лестницы. О, башня. О, куда же и вон то место, где сидела принцесса в окошко, ждала принца на белом коне. Принца Анжуйского, скорее всего. Вот бойницы. Для защиты от врагов. Так, один, два. Два этапа. А он наверху их. Ну, хорошо, хорошая защита, однако. Самое интересное, стек воды. Вот стена. И вот он стек. Вот канализационный люк. Это скорее тоже. Или стек воды, или бойница. 102. Скорее всего, бойницы были когда-то. А может и нет. Церковь возле крепости. Аллаху Акбар. Такие стены, крепости, милиция.
что ли, воздушная какая-то отдушка. А нет, скорее всего, тоже бойница. И очень хорошо сделано. Очень хорошо сделано. Стены очень крепкие. На вид, по крайней мере. Решетки. А металл седает. Монумент историк. И весна наступила. Красивый домишко, нам бы так жить.